Друзі, рекомендую перевірений магазин пошукової техніки «Фортуна». Магазин «Фортуна» – це широкий вибір офіційних металошукачів від відомих брендів. Великий вибір пошукових котушок, будь-яких марок, пінпойнтерів та аксесуарів для пошуку. Продавці професійно підберуть металошукач під ваші фінансові можливості, проконсультують та нададуть поради в подальшому використанні. В наявності пошукова техніка на будь-який смак не тільки для новачків, але й для професіоналів. Обирайте свій металошукач, і «Фортуна» буде на вашому боці. Посилання на інтернет-магазин та офіційну сторінку у Facebook в описі під відео. Друзі, всім привіт! Це новий випуск каналу «В поисках золота Україна». Вибрались ми з друзями покопати в такий от замечательний вихідний деньок. Карантин зараз, особо зайнятися якби нечим, тому поки їздимо копати. Выехали в место такое на разведочку, очень давно сюда собирались, все никак не могли доехать, вот сегодня наконец-то доехали. В общем, ходим по полю, поле после прошлогодней перепашки, есть находочки. Колян нашел фибулу очень интересную и нашел динарик. Будем сейчас возле машины пить чай, я вам все покажу. У меня тоже есть находочка, конечно, не по тому периоду, который нам нужен, но все равно находочка. Генчик нашел крестик, а Тёмыч, кстати, ходит с симплексом, нашел наконечник и спинку серебряную с фибулы. В общем, в правильном месте мы ходим, так что поле большое, поселение было большое, надо тут цепляться, оставаться, не, уже никуда не переезжать и целый день ходить. В общем, что мы и будем делать. Сейчас я вам свою находочку покажу. Друзья, находочка у меня... такая себе не очень, пол копейки 25 года. Честно вам скажу, я никогда раньше, как-то ее так, чтобы видно было, никогда раньше таких монет не находил. Первый раз мне попадают пол копейки советские. Прикольно. Находка. Смотрите, мне еще вот вывалился кусочек обломанного крестика. Очень жаль, что он обломанный. Жалко. Керамики здесь, друзья, смотрите, просто немерено. Очень много. Вот еще керамики. Куча. Ходим в правильном месте. И я думаю, что будут находки. Вот еще кусочек керамики. Вот. Керамики. Просто немерено. Вот такое вот поле после перепашки. Сейчас идем. Вон еще кусочек керамики валяется. Сейчас идем к машине. Попьем чайку. И будем ходить дальше. Поле интересное. Поэтому надо ходить. Ладно, друзья, смотрите, не переключайтесь. Я пошел пить чай и возвращаюсь на поле. Друзья, собрались мы на чаек. Сейчас посмотрим Тёмыча находку. Кстати, я вам не показал, я себе лопату новую купил. Вот такой вот фискарь облегченный. Не знаю, мне нравится. Классная, легенькая. Для перепашечки то, что надо. Конечно, для леса, может быть, она будет не очень, но для перепашечки то, что надо. Тёмыч сегодня с симплексом ходит. Слушай, ну ты наконечник нашел. С тамгой. С тамгой? Да. Где тамга? Ну, Коля считает, это тамга. Это тамга, что не тамга, хочешь сказать? Смотри, нет, вот. Это... Да нет, это просто наконечник. Вот тамга, а, блядь, смотри. Да, есть, да. Потому что здесь нету этой фигни, а здесь есть, видишь? Ну, может быть. Ну. А плавыш серебряный? Два. Ничего себе. А это что такое? Бижутерия. Да. А ёкнуло, наверное, да? Ёкнуло, Коляныч. Вот тёчка интересная. Коляныч. Ух ты, шечка, ничего себе. Фибула, наверное, была, блин.
Прикольно, да, это фибула. Фибула, да, но... Фибула была. Слушай, я такого даже и не видел никогда. Ну вот, увидел. Первый раз. Такой, да, фейс. Прикол. А что за динарик ты нашел? Я фихил. Он такой ушатанный. Ну вот серебряный хоть или нет? Ну, вроде да. Ой. Говорю, уже нету динамики. Да есть, есть, нашли. Все нормально. Ну давай сполоснем эту бару. Да, на, вроде бы. Да, динарик. Жесткий. Какой-то тоже. Видел, Геш, смотри, что нашел. Но это не самое интересное. Смотри, какую тетку он нашел. Фибулу. Видишь? Когда-то, может, была фибула. Ну, спинка. Это барышня того гопника, что ты нашел. Да, да, да. Родочка, блин. Держи, Колян. Что у тебя, Генчик? Да, такое. Показывай свои, блин. Что ты нашел, Геннадий? Сейчас выйми там, блин. А что это? Анталпионы, блин. Шмурдяки. Давай, давай, показывай. Ничего себе, у тебя шмурдяк. Один я только нашел. Целую, блин, шмурдяк. О, ничего себе, вижу средневековье. Ой, это что-то ценное, потому что в кулечке, наверное, рыжье какое-то. Что-то ценное. Всякого шмурдяка. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Драхметаллы, блин, с кулечки. Ты что ты там наклевал? Это ты сейчас все там накопал? Да. Вот это все? Да. Нифига себе, ты наклевал. Так, не ломай, слышишь, это свинцовый. На крепость проверяет, блин. Ух ты, а ну вот поразбирайте чуть-чуть, потому что мне неудобно. Это шмурдячок. Это что? Колян, забери руку, не видно ничего. Скандинавик. Это лопата из чмака. Колян, забери руку, ничего не видно. Я все разгребаю. Так разгребай с другой стороны. Ну, блин, не видно ничего. Ты, блин, горшок, наверное, целый день разбил где-то. Красавчик, Геша. Да. Все, мы идем к тебе. А вот это что за буква? Не-не, это я в прошлый раз выкопал. Патина какая. Держи. Держи. Ух ты, вот это клевый. Смотри, прикольно. Там где-то я нашел такую, тут 20 написано на одной видео. 20 копеек. Да, там есть. Ой, чешуя. Не-не-не. На средневековье 20 написано. Да нету 20 копеек. Смотри, сколько гена наклевал. Совет. Ну, с икопатина уматываем и сохраним. Керамика или что? Ну, нормально, Геша, нормально. Все, давайте, короче, пить чай, пацаны, да? Что там у нас на обед, Артем? На завтрак. На завтрак, вернее. Завтрак туриста. Лосось будем хавать? Лосось такой. Одна лососятина. Понабирали лосося. Ну, есть это хуйня, блин, все. Типа соли тут, блядь. Один крестик только порадовал. Нам приятного аппетита, да, Тёмыч? И тефтельки. Соли дети... Тефтельки это Геша взял, будет хавать сам. Нам и лосось нормально будет. Ладно, друзья, завтракаем. Всем приятного аппетита. Переехали мы, друзья, на другое поле. Есть у меня находочка, вывалился мне солид, какой-то густов, вот такая вот монета, страшно в руки брать, посмотрите, какая она тонкая, просто ужас, медный солид. Находка, в общем, будем ходить, поле интересное, грунты, правда, не те, которые нам надо, но будем, в общем, ходить, друзья, смотрите, будут какие-то находки, я вам все покажу, Тёмыч тоже нашел два солида, так что есть перспектива походить. Ладно, друзья, смотрите, я пошел дальше искать. Ходим, друзья, все, мы ходим, просторы тут, конечно, бескрайние. Лопатой своей доволен очень, для перепашки то, что надо, легенькая, классная. У меня катушка блондинка, и теперь лопата тоже блондинка. Есть находочка, друзья, крестик выпал, вот такой вот тоненький, бедняцкий. Что-то даже на нем изображено. Ушко отломано, поэтому потеряли. Находка. Находка. На перчатки мои, не обращайте внимания, это
специально с дырками, чтобы можно было телефон разблокировать. Ладно, друзья, беру крестик, идем дальше искать, смотрите. Ходим, друзья, мы все там же. Что я вам хочу сказать, блондинка выгребает, конечно, мелочевку полным ходом. Я столько уже накопал всякого мусора мелкого. Есть монетка, друзья. На этот раз, мне кажется, что-то серебряное. Сейчас посмотрим. Что-то интересное. А, солид серебряный. 1621 год. Прикиньте. 1621 год. Вот вам, пожалуйста, монеточка. Классненькая такая. Тоненькая, правда, как и предыдущая, но серебро уже приятно. Отошел я подальше. Тут вообще такая равнина, равнина. Хожу по равнине, в общем. Ладно, берем это чудо мелкое. Идем дальше искать. Смотрите, друзья. Друзья, смотрите, какая у меня находочка. Может, кто-то помнит. Мы когда-то в детстве, когда нам в школе заняться было нечем, с проволоки плели вот такие вот штуки. Брелки делали все на ключи. С проволоки, с капельницы плели. Не помню, как она называется правильно. Но, в общем, вот такая вот плетеная штуковина. Прикиньте. Может, тракторист какой-то потерял когда-то. Ходим все там же. У Тёмыча есть несколько солидов тоже. Пацаны, не знаю, ни с Гешей, ни с Калином связи нету, поэтому ничего сказать не могу. Надо еще один комплект раций нам купить. Сейчас у Тёмыча спрошу, что там. Тёмыч, что у тебя там? Что? Что у тебя, скажи? Пока тишина, там три солида выкопал. Вот, три солида Тёмыч выкопал. И тишина. Будем ходить, друзья, поле интересное, надо ходить. Пошел искать дальше, смотрите. Подошел к Калину, друзья, смотрите, какие у него находочки замечательные. Нашел вот это, блядь, несколько грошей. Несколько. Я думал, а это с камушком. Обломки перстней. Это детский, не, с камушком. Ага. Прикольно. А это я там нашел, вот непонятно что, но оно подгнило. Это какая-то, видно, может, луница была. Но прикольно все равно. Средневековье. Вот такой вот. Тут вот портрет императора, хотел сказать. Ну, сия поляния. Что? Ты предлагаешь мне пойти, да, в ту сторону, да, походить, да, да, там? Сейчас так и сделаю. Ладно, друзья, идем искать, смотрите. Есть находочка, друзья, и смотрите, какая она печальная, блин. Просто капец. Какое-то, я не знаю, что это было, может, кокарда какая-то. Здесь вот написано снизу «Союз русского». Дальше народа, по-моему. Союз русского народа. Всадник на коне. Наверное. А, Георгий Победоносец. Вот змей снизу. Герб московский. Блин, как жалко. Союз русского народа. Что-то было интересно. Ну, кто знает, друзья, подскажите, что это было. Жалко, конечно, что не целое, но находка была бы очень хорошая, если была целенькая. Жаль. Ладно, идем дальше искать. Средневековье тут вылазит. Колян говорит, вон он.
Говорит, что вылазит средневековье, будем ходить тут выхаживать. Смотрите, друзья, что-то найдем, я вам все покажу. Спустился я чуть-чуть ниже с бугорочка, друзья. Есть монетка Советина, по всей видимости, вывалилась. Какой там год? 56-й год, 2 копейки, СССР. Палычу привет. Канал Вялый Коп. Подписывайтесь, друзья. Палыч любит копать советы. Твоя тема, Палыч. 56-й. Вроде. Да, 56-й год. Находка. Находка, друзья. Ранний советик. Берем, идем дальше. Выхаживаю вот этот вот бугорочек. Вверх-вниз, вверх-вниз. Вот внизу выпала советина. Идем дальше, смотрите. У Тёмыча копейка 38-го года. А у меня, друзья, смотрите, вот это поворот. Рядом с двушечкой с глубины ада выкопал вот такой вот плух. Даже не знаю, обломан он, не обломан, наверное, целый. Целый, прикиньте, он такой есть. Это видно, чтоб рыхлить. Тяжеленький такой. Надо Тёмычу сказать, может, он его заберет. Сейчас вызову его по рации. Тёмыч, прием! Он вот прием. Там ходит где-то. Тёмыч, я такой плуг выкопал неплохой. Но старый, правда. Может, ты заберешь, может, тебе надо, не? Понял, кто? Плуг выкопал я. Живо, я сейчас в ту сторону буду идти сейчас. Я его тут поставлю, я думаю, ты увидишь. Эй. Давай, конец связи. Так, ладно, сейчас поставлю Тёмычу плуг. Будет идти, увидит, заберет. Есть находочка, друзья. Поверхностный был сигнальчик. Щиточек перстня вывалился. Роза ветров изображена. Ходовая такая, рядовая находка по средневековью. Коляныч несколько таких сегодня нашел. Генчик. Мне интересно, что там Тёмыч сегодня с симплексом по средневековью накопает. Потому как мы с ним, с симплексом на средневековье не выезжали. Хочу увидеть сегодня результат. Что он там роет. В общем, вот такая вот находка. В конце копа сделаю обзорчик. Что я там понаходил. Ну, не только я, и все, что понаходили. В общем, идем дальше, друзья, искать, смотрите. Есть находочка, друзья. Солид еще один вывалился. Вроде серебряный тоже. Прикольно, жалко, что обломанный. Но находка. Находочка. Не глубоко лежал. Прикольно. Прикольно. Ходим, в общем, и все там же. Вот такие вот у нас пока месть на сегодня находочки. Иду дальше искать, друзья. Смотрите. Смерч, друзья. Смотрите, по полю несется. Офигеть. Первый раз у нас такое явление наблюдаю. Офигеть. Есть у меня находочка, в общем. Так звенело хорошо. Просто замечательно. Советина вывалилась. Пятачок 26-го года. Ранний советик. Классная такая. Палычу снова привет.
Состояние смотрите какое хорошее. Ой-ой-ой. Класс. Хороший пятачок попался. Надо же. Золото партии. Берем. 5 копеек. Идем обедать, друзья. Всем, кто обедает, приятного аппетита. Смерч, конечно. Смотрите, что творится. Просто ураган. Первый раз такое наблюдаю у нас. Вообще никогда у нас смерчей не видел. А это понесся такой. Офигеть. Просто офигеть. Ладно, друзья, идем обедать. Есть находочка, друзья. Солидик еще мне один выпал. Еще нашел пару солидов. Не снимал. Этот вот решил заснять. Находочка. Колян ко мне пришел. Что там, Коляныч? Нашел что-то? Нашел что-то интересное? Да нет, такое. Показывай. Вот солидик нашел. Понял. Я два светика и чешуйка. Я понял. Латная. Будем ходить, да? Нет, там же. На черных идешь? Давай, будут какие-то находки, набери, позвони. Хорошо. Давай. Идем искать дальше, друзья, смотрите. Ну что, друзья, иду я к машине. Остановился, присел вот на травке отдохнуть. Потому как идти мне еще метров 500, наверное. Значит, что у нас? Будем мы заканчивать нашу сегодняшнюю экспедицию. Хочется подвести итоги сегодняшнего копа. Была у нас разведка, проехали мы несколько полей, на двух полях нашли нужные нам культуры. На одном поле мы нашли черняхи, там Коляныч дернул динария, по всей видимости, каракала. Надо будет его отмыть, вострелить точно. И такую интересную, очень культовую спиночку с фибулы. Мы думаем, что это все-таки спинка с фибулы. Попробуем поставить ее на определение. Может, нам кто-то что-то подскажет на Виолите. Значит, я тоже понаходил монет средневековых. И мне очень интересно, что там понаходил сегодня Тёмыч. Потому как он ходил с симплексом. И мне очень интересно. Мы с ним договорились, что в конце копа мы глянем, кто что понаходил. Я с Деусом, а он с симплексом. В общем, хочется увидеть его результат. Сейчас дойду до машины и покажу вам свои находочки. Значит, друзья, пока Тёмыча нету, я вам сниму, покажу, что мне сегодня удалось найти. Значит, по монетам 3 советины, 2 копейки, 3 копейки, 5 копеек. Вот такой вот крестичек вывалился. Сапутки накопал, конина даже попалась, представляете? Куча обломанных перстеньков. Это какой-то браслетик, по всей видимости, был. И вот ременная накладочка. Думаю, по Руси что-то. Так. Вот такая вот шляпа попалась. Какой-то гвоздик бронзовый. Ну и вот солидов накопал. 6 штук. И вот такие, в общем, у меня находочки. Сейчас Тёмыч придет, глянем, что он там накопал с симплексом. Пока жду Тёмыча, друзья, решил помыть руки. И так как никого нету рядышком, хочу вам показать лайфхак. Когда-то я такой уже показывал, но все забывается. И хочу вот вам напомнить. Вот если никого нету рядышком, вы хотите помыть руки, вот такой вот вам лайфхак. Вставляете бутылочку в ручку лопаты. И все. О. И можно открыл крышечку и помыл руки. Берите на вооружение, друзья. Пригодится. Пришел Тёмыч, друзья. И вот его находочки с симплексом за сегодня.
20 копеек, копейка. Нашел вот такой вот грош. Классненький, несколько солидов. Наконечник стрелы, щиток перстня, фибула, накладочки. Чешуйку нашел, смотрите. Чешуя. Не видно на ней, правда, ничего. Какие-то буковки там рассматриваются. Ну вот вам, пожалуйста, симплекс ищет. Что еще сказать? Ничего, приборчик. Вот так вот. Ну, так вот, друзья, вот такие вот находочки. Всем, кому понравилось видео, ставьте жирные лайки, пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь на канал, кто не подписан. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. Будут у нас еще экспедиции. Пока еще поля не засеяли. Я думаю, что мы еще несколько раз выедем. В общем, вот так вот. Всем удачи, друзья. Всем пока.